В Орленке заменили старые цистерны в котельной на новые. Все работы завершены, и новое оборудование уже работает. Срок эксплуатации новых резервуаров составит 20 лет. Также емкость в использовании затрачивает меньше энергии. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Это вертикальный стальной резервуар диаметром 8,53 метра, высотой 7,5 метров, впустимостью 400 кубометров для хранения мазута. Установлена современная система контроля параметров мазута, автоматизированная система управления, аварийной защиты резервуара для исключения аварийных ситуаций, система сигнализации. Ну, в принципе, процесс максимально автоматизирован. Поставка производится непосредственно с завода, то есть на длинномере привозят в таком вот состоянии емкость, это вот непосредственно ее металлическая часть. Его от рулона отсоединяют, раскатывают на железобетонном основании, непосредственно перед этим подготовленным, проводят сварные работы, вот. А после этого, когда у нас получается круг диаметром 8,5 метров, вертикально устанавливают данный рулон, и производят его раскатку после выполнения данного вида работ. То есть мы получаем уже на 60%, грубо говоря, готовую емкость для того, чтобы проводить работы по ее обшивке, обмуровке, утеплению. Ну, начинали мы с демонтажа старой емкости, которая уже выработала свой ресурс. То есть мы ее демонтировали, подготовили новое основание, залили железобетонный фундамент, гидроизолирующий слой. И приступили к монтажу уже непосредственно самой емкости новой. Срок эксплуатации резервуара 25 лет. Новое всегда лучше, чем старое, и современное оборудование, конечно, позволяет более качественно осуществлять мониторинг и снижать выбросы вредные в окружающую среду. В новой емкости установлены более совершенные, более надежные дыхательные клапана, которые позволяют снижать вредные выбросы в атмосферу. В новой емкости преимущество в том, что она утеплена, поэтому меньше энергии затрачивается на нагрев мазута, так как внутри емкости он осуществляется подогрев непосредственно. Вот. Также одним из преимуществ является пенотушение. Наша компания занимается строительством в области топливно-энергетического комплекса. Имеем большой опыт. Строительство резервуаров – это основное наше направление.